меня вселился. 5, 4, 3, 2, 1. Да ну блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Корзик, Фраер, Мишка, Фредди, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас классная карта Бенди. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, сейчас я буду играть по стелсу, я покажу, как надо. Так, так, так. Не, Серега, я же знаю, что ты вроде хороший игрок, но не до такой степени. Не-не-не, я отличный так. Игрок. О, видно было? Да. Я думал, знаешь, я сел в тени, мне не видно. Видно тебя, у меня фонарик есть, я что думаешь, не додумался. А, у тебя фонарик, я думал, балунбой батарейки забрал. Да дай выжить. У меня, блин, застрял гвоздь в жопе. Я могу с гвоздем бегать немножко. Убил, убил. Меня. Ой, ой. Мочите его. Так, давайте, короче, я убегаю. Так, а вот теперь будем делать все по красоте. О, я же могу даже вот так подсматривать. Димка, ты где? Я ищу тебя. А я тебя. Слышишь? Слышу какашку. Так. Тю, блин, своего хвоста испугался. Так бывает. Хвостатый засранец. Я когда топаю, слышно мои звуки шагов. Так. Короче, Серега, надо играть как? Выглядывать из-за угла, чтобы сразу, если что, можно было ливнуть. То есть знаю, он очень хитрый жук. Где ты, Димка? Я прячусь за мебелью. Какой? Бендивском. Это комоде бендивском. Тут их знаешь сколько? Ну, я на этаж ниже, на самом нижнем этаже. А, ну все, ты спалился, кабака. Ну конечно, я жду тебя. О, я слышу, кто-то бегает. Ой, блин, прикольно. Так, надо убежать. Отлично. Эй, дай убежать! Да ты задрал! А че так метко стреляешь? Я, наверное, его убью. Ладно, нет. Ладно, я не в одном из вас, я был на воле. Короче, я сделал себе вид от первого лица. Теперь я вижу все прям из-под земли, как настоящий чужой. Буду теперь так играть. Так более интереснее. Чё? Блин, только тяжелее попадать от первого лица. Да блин, чё ж так тяжело? Эй! Слышь ты, кабака, ты... Да я не могу попасть! Чё-то не то! О! Вселился в кого-то. Да-да-да-да-да! Есть такая буква. Кстати, вы обратите внимание, огнемет выглядит как арбалет. Почему так сделал разработчик этого оружия, непонятно. Но очень интересно. А гвоздомет как пистолет. Ладно, поняли, в ком я. Так, сделаю назад от третьего лица, потому что тяжело попадать. Убегаем. Убегаем, говорю. Где ты? Легче, легче. Да блин, да, а как ты знаешь, что я с углом? Блин, ты очень хорошо стреляешь, очень. Я от фонаря стреляю, как попало. Он во мне. Да, я в тебе. Нет. А в ком я? Да блин! А! Так, все, ребята, сейчас будет тот момент, когда я вселяюсь, и 10 секунд, если вы меня не убиваете, я буду большим и буду вас кушать очень вкусно. Давай. Так. Опа! Опа-па! Ого! 30 хп, так мало? Нельзя заходить в эту комнату, хотел вас заманить. Ого, что это? А, остаток роскоши, я понял. Отлично. 5, 4, 3. Ой, ты, 2, 1. Но... Не успел.
меня вселился. 5, 4, 3, 2, 1. Да ну блин! Хотел побольше. Ну как же мне кровь? Так, надо как-то красиво вас выследить, чтобы вы были по раздельности. Их все. 5, 4. Ах ты жопа. Димка скакал. Так, открывается дверь, я сразу прыгаю. Так, так, так. Хорошая тактика, мне нравится. Ну чё, давай. Кто в дверь зайдет первый? Того и замочу. А, слышу, кто-то оружие берет. Ты куда ушел? А я в одной из комнат, недалеко от спауна. Слышите? Ты внизу, что ли? Не знаю. Открывайте двери и найдете меня. О, я вижу щелочку. Так, так, о, рядом, рядом кто-то идет. Так, должен сейчас зайти. Давай, открывай дверь, я тебя жду. Прости, я не открою. Давай, не ссы, я так 100 раз сделал. О, даже щель есть, я могу... Да какой 5-4? Не дают мне никак выиграть, я должен стать большим по-любому. Ах ты! Шмах ты! Сейчас, 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 сейчас. Надо, короче, мне придерживаться какой-то тактики. Сейчас только гвозди. Она изначально не была? Не-не-не. Да подожди, сейчас гвозди пропадут. Да-да-да, я жду. Так. Я слышу, как он ходит где-то. А... Ты задрал гвоздожопс! Да не, я умер! Да ну блин, ну как вы так все быстро делаете? Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Опа! Не сжигай меня. Опа! Зачем ты меня сжег в горле? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Да ну блин, я же... Ну как? Я же жал кнопки. Со всей силы кнопки жал. Да дай выйти со спауна, ну пожалуйста, Серега. Я улечу тогда. Куда, читер? Да не читер, то что не дает мне ничего делать в хате. А это не читер, это скилл. Отлично. Вот, вот теперь я буду красиво запрыгивать. И что, ищите меня. Это было красиво. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Я стал большим. Ура, я это сделал. Ты бессмертный. А я сейчас пропишу килл, ты не ссы. Я так 100 раз сделал. Вот теперь, Сережечка. Все. Вот теперь я покажу, как надо играть за чужого. Ой, не того взял. Чинкс. Я прячусь. Собака. Я по вентиляции лажу. Ребят, вы лучше далеко друг от друга не отходите и возьмите пригвоздитель. А, если бы... Представь, чтобы с невидимки мог бы мочить. Вот это был бы цирк. Это вообще читерство вообще. О, я помню эту нычку, когда я тут стоял и жрал всех. Так, 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 так. Вижу, вижу. Вот, вот тут надо стоять. Они как раз тут в проходе проходят. Что, должен схавать кого-то по-любому отсюда. Первый пошел. Как? Серега! А, я понял. Понял, да, иди? Там лестница наверх, я там стою. Так, ждем. Кто еще ко мне зайдет в гости? Чужой он такой. Псих. Псих вонючий. Серега, давай, я тебя жду. Иди. Так, ты не... Очень вкусные пацаны, очень. О, что за звук?
А я звуки могу на F издавать, я только слышь сейчас узнал. Ты? Серега, слушай звуки. Я знал. А это за хищник. Слышь ты, хватит нас там жрать. А я буду кушать вкусненькую еду. Ля-ля-ля. Пацаны, давайте. Ого, вы накидали гранат. Одна граната. А, я буду в уголку ваш кериться стоять ждать. Давай, за... От своих гранат же и убираете. Так. Чужой с другой стороны залез. Отлично! Да меня зачем? Отлично! Я буду кушать вас всех. Вот с этого момента мне очень нравится. Эй, ты что делаешь? Меня. Я быстрее валю, валю, быстрее, 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 быстрее. Сережа, иди сюда. Я тебе сейчас, я бы еще раз. Вижу тебя, бегу. Да говно! Отлично. У меня, кстати, 966 жизней. Как-то вынесли кусок. Пока. Вижу опять. Ой-ой-ой-ой-ой, какие вы классные. Так, смотрим, где там Сережка. Все! Да ладно! Я могу жрать в это время все равно вас. Почему? Я буду сейчас тебя наказывать. Влад, ты меня как убил на ту стену? Не знаю. Да разморозьте! Разморозил! Ой-ой, что за трупейши налетают? Ой-ой-ой. Да это нечестно, ты убил всех из себя. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай эту карту.